Приветствую вас, друзья, меня зовут Саша, вы на канале Князь, у меня зачиталась бровь, и это, наверное, главнейшая новость всего этого дня, я не знаю, короче, с ума схожу, ребята, в поте лица для вас работаю и выкладываю видосики, много заявок на роллинг, я их разбирал, потом все сразу записать не смог, и вот постепенно в течение недели записываю эти роллинги. И вдруг, если получается ситуация, вы оставили заявку на роллинг по ссылке в описании. Да, нужно подождать, ребята, это во-первых. Чаще всего, а во-вторых, даже когда я с вами спешусь, если я в тот же день, после того, как вы данные мне отправили, не смог заролить, вы не беспокойтесь, я потом вам отпишу через несколько дней, когда смогу. Потому что, ну, не хватает меня физически на всех, реально, потому... Извиняюсь перед всеми. А у нас сегодня аккаунт под ником Панда. И посмотрите, там такая вот красивенькая пандочка, 110 тысяч силы. Молодой на самом деле аккаунт, находится в гильдии Подсолнечник. Подсолнечник. Вот. В 20.00 четвертый босс, атака фортов в воскресенье. Вот такие вот дела. Купить славы, давай купим. Вот, бесплатно все. Ну что, норм. Так, бесплатно талантик меняем, вот так вот. Окей, 49 тысяч самоцветов, я как понимаю, куча ништяков, ваши подарки, мое почтение, напишите в комментариях, а когда вообще, 22 тысячи самоцветов, напишите в комментариях вообще, когда лучше эти ништяки открыть, в начале видео или в конце видео, сейчас пробежимся по аккаунтику, мне вообще интересно, что там, как происходит, какая сила и так далее, потому что, ну, силы меньше, чем на яйце, но я подозреваю, что аккаунт прокачан покруче, чем мой, потому что на яйце у меня немножко раздута сила. Да, посмотрите, сколько здесь вторых эволюций. Вот, и сделан упор на командору. А сделан упор на командору для того, чтобы, наверное, проходить битву гильдии. Вот, и подземки. Так, слушай, ну да, здесь 3, 6, 7, 8 вторых эволюций. Это круто, ребят, это круто. Ну да, и по сути чистая сила, по факту никто здесь никак, как бы, в плане допов не качается. Ладненько, это не суть, друзья. Мы заходим сюда. Так, тут понятно, что у нас по подземкам. Кошмарка. Слушай, аккаунт крутой. Все тут раскачано, намного круче, чем на яйце. Но при этом подземка не пройдена. А на яйце, извините, я двумя героями со второй эволюции прошел пятую кошмарку и шестую, по сути, прошел. Правда, 6 и 10 на 3 звезды не получается. Ну, окей, окей, понятненько. А далее, что хотелось бы отметить? По волнам. Ну, по волнам тут хорошо. Вот по волнам этот аккаунт меня обогнал. Потому что яйцо там на АА, но здание не прокачано. Ладно, не суть. Обратите внимание, здесь еще и героев по факту. Ну, то есть герои-то есть, забора нету. Очень интересный аккаунт. Давай смотрим, каких героев не хватает. Не хватает у нас... Ну, слушай, много не хватает героев. Конечно, вопрос, какие они из них открыты, какие не открыты. Космо. Козужиди, ну... Короче, давайте... Блин, мне трудно понять, кого здесь не хватает. Ну, понятно, Фрэнки не вижу, Космо не вижу. Ну, давай из таких крутых. Здесь это ерунда, по сути. Здесь Фобос, Космо. Может, какие-то герои есть, но просто не открывал. Чистая сила. Фобос, Космо, Королева Ос, это фигня. Фобос, Космо. Купидон даже не открыт. Фобос, Космо, Оккультист. Вот три хороших героя. А, ну, Свален, допустим. Четвертый. Хладный призрак. Да, наверное, тоже был бы. Кстати, Фрэнки. Окей. О, подожди, ну, допустим, герои. А, Фрэнки есть. Ну, это новые, получается. Окей. Окей, друзья. Полетели, давай. У нас 71 тысяча самоцветов. Что тут у нас? Опа. Так. Королева Гарпий пока что не очень... Опа! Сразу хладный призрак недостающий. Вот такие вот дела, друзья. Вот. Потому что как бы они выпустили эту линию фронта... Линию фронта. Я уже знаю, что тут Battlefield, Call of Duty. Линию обороны выпустили. Ну, понятное дело, что слабые игроки с первого раза там собрать хладного призрака не могут.
Ну и неизвестно, когда они снова откроют сезон. А мы тут бац и выбили хладного призрака. Окей. Одержимый заклинательниц. Идем дальше. Идем дальше, смотрим, как нам будет вести. Да, и лайк, пожалуйста, не забудь поставить. Ёлки-палки, если тебе нравятся роллинги смотреть. Ну, пришел же посмотреть. Я тебя развлекаю. Ну, да, благодари. Лайк поставь. Кстати, огромнейшее спасибо всем ребятам, кто оформляет спонсорские подписки. Вам прям вообще респектос. Давай! Валентина. Палач, шаман. Хранитель. Кристаллический эктоплазм. Ну-ка, давай дальше. Ледяной дьявол. Студенистый рыцарь. Рина. Ну, как бы мы не будем удовлетворены только, только хладным принцем. Нам нужно что-нибудь еще. И как бы, знаете, что понятно? Понятно, что, к примеру, это у нас... По сути, скорее всего, бездонатно. А, нет, смотри, 17 тысяч есть. Но понятно, что тут со звездиями, наверное, все грустно. Снаряжение. Да, со звездия нету. А, как бы просите меня паролить героев. Это, конечно, классно. Ну, понятное дело, герои нужны. Но, ребята... Опа, Анубис. Ну, Анубис есть. Но, ребята, иногда по факту важнее и лучше прокачать созвездие каким-то основным героем. Я просто, к примеру, если бы я всем отказывал ребятам, у кого нету созвездия на роллинг, то и роллингов, наверное, не было. Но в целом, конечно, мне бы... Оккультист! Наконец-то уже второй подряд роллинг, наверное, будет... Ну да, второй подряд роллинг будет выходить хороший, добротный, удачный, оккультист недостающий. Просто, ребзя, как бы, смотрите, не забывайте про созвездия, а не только героев рольте на аккаунте-то. Вот, про чары не забывайте. Ну, чары, видишь, сейчас коробок много у всех должно быть. Ну, на яйце точно есть. Чары, таланты еще не проблема наролить, да? Коробки мы как-то все получаем. Окей, давай, ну что там? 27 тысяч самов, но хотелось бы космо выбить. Друг, рандомчик, рандомище. Уже, правда, еще целая куча ништяков, но оттуда космо мы не... Опа, космо! У-у-у! Вот это заслуженный лайк. Я реально, мне не стыдно будет отдавать аккаунт подписчику. И меня это радует. Меня это без сомнения радует. Просто поздравляю. Оккультист, хладный призрак, космо. Прям вообще попросил космо. Ну давай Фобоса теперь. Ну а что? Ну давай Фобоса. Держим. У нас 17 тысяч самоцветов. Леди Лео. Просто вообще огонь. Я рад, счастлив и доволен. Ребята, я рад, счастлив и доволен. Давай-ка, у меня, знаешь, аппетит. Королева ОС еще недостающая в коллекцию. Но, кстати, на молодом аккаунте может и пригодиться. Блин, ну круто. Вообще круто. Дед Мороз, поделитесь этим роллингом. Кстати, есть плейлист отдельный с роллингами уже, которые заролены в 2020 году. Так, есть плейлист, который... Да. Так. Дальше. Варлок. Ненаемный убийца. Так, Варлок. Королева змей, студенистый рыцарь. Князь тыква. Давай Фобоса. Это было бы вообще чудо. Ну, самов уже, конечно, не осталось. Давай еще. Опа, все. Героев, ребят, мы сролили. Пошли сролим, короче, сролим. 101 легендарная карточка. Жестко, конечно, отсюда никто не нужен, но не суть. Да, с этих легендарных карточек ничего не получишь. Как вам там вообще ништяки нравится открывать? Ну, смотрите, какие я открываю чужие ништячочки, а? А, мои маленькие извращенцы. Знаю я вас. Так, окей, дальше. Тут что у нас? Тут у нас, как бы, ситуевина достаточно простая. Так, здесь мы это открыли. Окей, тут не трогаем. Опа. 6 бесполезных карточек. Еще 3 бесполезные карточки. Ну и тут тоже, как бы, отсюда все герои есть. По сути, тоже, наверное. Ну, открываем 3 бесполезные карточки. Кстати, упало неплохо. Фрейя, 2 седны. Так, ну, сундучочки. Ой, какие обозарите. И кулачки падают. И бесполезные карточки падают. Да что ты будешь делать вообще? Что ты будешь делать? Это все дело пока открылось. Я даже себе...
сигареты успел заправить. Прикиньте. Прикиньте. Так, идем дальше. А, тут у нас что? Тут у нас все понятно. Тут мы тоже не останавливаемся. Ну-ка. Так. Да, деточка, замечательно. Летим дальше. Удачный сундук, замечательно. Так. Ну-ка. Есть. Летим дальше. Друзья, не останавливаемся. Отлично. Сундук гильдии. Юбилейная сумка. Дальше. Так, тут что? Тут все такое. Ну, отсюда что падает? Вот эти камушки по эмблемам. Это просто... Это просто дичь полнейшая. Так, здесь тоже неинтересно. Эмблема шестая. Ерунда. Так, седьмая. Окей. Так, тут тоже у нас пятые падают. Вот тут сейчас ресурсиков можем получить. Сейчас ресурс... ой, как хорошо. Отсюда что мы получим? Слизни. Слизни — это тоже замечательно. Так, не останавливаемся, друзья. Кстати, на бездонатном аккаунте, конечно, слизни — это супер нужная вещь. Посмотрите, сколько человек всего накопил. Сколько таится сокровищ и ресурсов под всем этим делом, друзья. Огромнейшее количество. Вы не поверите. Огромнейшее количество. Дальше. Мешок эмблем Prime 8. И ничего толкового не выпало. Сундук замка 6. О, тут скиночки. Тут за счет скиночков можно силушку подкачать. Окей, летим дальше. Ну, ремку седьмую выбили. Неплохо. Летим дальше, не останавливаемся. Скины на таблетки. Так, теперь открываем яйца. Тут у нас, понятно, тут скины. А тут что было? Маскировка шестая. Ну, чё нет так? Подарок 6 лет. Это ерунда. Неинтересно. Тут скины на зефирика. Осталось только выбить зефирика. Тут как бы уже, ну, интересненько выпало. Порочный пак 9 уровня. Для, к примеру, командоры. Так, скиночки. Слушай, когда же эти ништяки закончатся? Я уже устал пальцем тут все тыкать. Что отсюда выпадет? Ну, ерунда выпала. Так. Бесконечные просто ресурсы на аккаунте. Ой-ой-ой. 30 осколков фобоса. Так, вот это вот что? Ну-ка, что там оттуда? Что там оттуда упадет? Ну, допустим. Допустим. Дальше это все мимо. Вот тут у вас недостаточно места на складе. Слушай, тут этих ресурсов... Мое почти... Знаешь, что я могу сделать? Я могу взять, к примеру, открыть... А я даже не... А вдруг он кого-то не хочет открывать? Вдруг он кого-то не хочет открывать? Давайте, ладно, тогда пойдем... Пойдем кого-нибудь тогда просто прокачаем за счет этих юнитов. Так, заходим сюда. Здесь я не могу улучшить. Да, все, кто надо, на десятки прокачиваем. Малышанника можно в него всунуть. Ой, 910 этих слизней. Живут же люди, а? Живут же люди. Так, давай дальше. Окей. Окей. Замечательно. Па-па-пам. Пара-пам-пам-пам-пам. Ну-ка. Все. А, нет, не все. Добили. Места освободили. А, кто здесь красавчик? Я здесь красавчик. Так. А, не сюда зашел. Так, сюда заходим. Ваши подарки. Тут скиночки. Давай открываем. Ой, на здание. Я бы сейчас не отказался бы от этих сундуков. Скиночки на здание — это хорошо. Это прям замечательно. Дальше тут ерунда. Ну, это откроем просто, чтобы... Сильно место не занимал на складе. Так, что у нас тут? Тут скины на героев, да. Тоже, по идее, при желании, конечно же, можно все это дело прокачать. Ой. Ой. А тут что, тоже? У вас недостаточно места на складе. Слушайте, давайте... Хотя тут еще есть вот это.
Божечки. Ладно, давайте не будем затягивать роллинг. И так он уже 15 минут длится. Ну, понятно, что из мешков питомца выпадут мешки питомца. А вот что из мешка эмблемы 10 уровня выпадет? Священный огонь. Это могло быть и хуже. Поздравляю. На этом все. Я считаю, что более чем удачный роллинг. Поздравляю хозяина данного аккаунта. И сейчас я бы посоветовал бы самоцвета направить в первую очередь на прокачку созвездий. Вам также желаю огромнейшей удачи. Спасибо, кто это дело поддержал лайком, подпиской. Кто-то может быть и спонсорской. Всем пока, короче, ребята. И есть плейлист с роллингами. Заходим туда и смотрим другие роллинги. Всем чао.